Сегодня в Форе я купил круассан to go. Круассан с шоколадной начинкой. 60 грамм стоит 9 гривен. Сделано в Украине. Пшеница, маргарин. Открываем. Девять гривен это где-то получается 30 центов. Ну, такой вот круассанчик. Ну, я не знаю, разрезать его не буду, я не хочу его есть. Хорошо, тогда разрезаем. Ну, начинки я вам скажу здесь. Кот наплакал. А ну, маленький кусочек так мне отрезать. Я попробую сейчас его. Так. Ну, подогреть микроволновки надо. Секунд 20. Будем брать.